Между тем, почти 10 миллионов человек остались без электричества и сотовой связи на Кубе. На острове продолжают бороться с последствиями урагана Оскар. Стихия парализовала и транспортную развязку в других городах Кубы. Серьезно пострадали жители Баракоа, Имиас и Маиси. Власти подсчитывают точный размер ущерба жилому фонду и общественной инфраструктуре. Неделю назад стихийное бедствие вызвало за собой масштабное разрушение. Серьезный ущерб от стихии получили жители города Сан-Антонио-дель-Сур, который находится в восточной части острова. По официальным данным, 8 человек погибли.